Ну что, доброе утро, Олег Константинович. Так, с радостью получил от вас бандероль. Благодарю за автограф. Вот. Пока автографы бесплатные. Имейте в виду, заказывайте книги, пока автографы бесплатные. Так долго, так всегда не будет. Вот. Так. А, кстати, ладно, не буду отвлекаться. Поняла все свои ошибки, где главное была, это неправильная, ненужная губительная обрезка. Ну что, Неля, на моей стороне. Может, я первый, последний раз вас вижу ваше имя. Может, мы никогда не это, но вы самое главное поняли. И обошлось вам это в 600 рублей, цена книги. Спасибо, что вы делитесь знаниями, опытом, учите, наставляете. Интересно, да? Цена книги, это цена, средняя цена, сейчас цена опять на саженцы, на эти, на южные растут. Уже есть по 1000, по 2, по 3, хотя они все те же южные. Так там уже еще и без корней и так далее. Так вот, значит, цена книги, цена одного саженца, который наверняка умрет, одного из миллионов. А вот книг миллионов никогда не будет. Это я, знаете, что сделал? Ну, вот вы взяли, вот поговорили мы. Дело в том, что гражданка Каньшина, не вы первая, не вы последняя. Это было всегда. Вот этот ужас, вот этот. Кольцевание, чтобы быстрее. Еще раз, ребята, когда вы это видите, у вас это очень сложно. Дело в том, что здесь написано омоложение, а рисует молодое дерево. Ну, там 5-7 лет. Вот. И уже видно, что вот один ярус, второй, третий, там все. А его старое дерево, это целое искусство. То есть ему было бы 20-30 лет, а у него веток там сотни, тысячи. Как? А там же этот принцип не пройдет. Вниз пошла отрезы, а их сотня. Вверх пошла вертикально, отрезы, а их сотня. Вот это. А у нее еще два тут нарисованы. А их может быть 200. Взяли молодое дерево по тупости своей, не понимая, что ему 5-7 лет этому дереву, так? Вот. Нарисовали так, что человек должен сейчас... Вот. А вот, понимаете, когда вы будете омолаживать, ну, получая, а мы еще как, ой, я получил дачу, ой, там, купил дачу, а там 30-летние яблони. Там веток тысячи, поверьте. Вот. Омоложение, это когда вы берете такой бензопилу, тут уже, иначе вы будете целый день одно дерево пилить. И не выбирая, вверх растут, вниз, это, они как бы обречены. Здесь вообще системы нет, видите? Системы никакой. Вы будете тоже резать. Оставили вот примерно четвертую часть. От ветки длинной, толстой, вот, с толщиной вот с этот бицеп, или там толщиной вот с эту ляжку. Вот. Отрезали одну четверть часть. Помрет? Помрет. Ну, раны замажете. Вот. Кстати, мы с Сергеем договорились в марте месяце. Мы берем бензопилу, у нас все больше дерев уходит на пенсию. Они дают много плодов, те же абрикосы, плоды мельчают, для нас это престиж терять. Вот. Они на пенсии, они свое отслужили, они дали каждое да, там, по сотне, по две этих за свою жизнь. Вот. Ведер, не килограммы, ведер плодов. Да. Мы сейчас будем резать вот по такому принципу, да. Только мы не будем делать ранное кольцо. Понимаете? Вот. А дальше, ну, опять фильмы будут. Опять будут эти самые фотографии. Опять мы будем с вами встречаться. Вот. Потому что после этого мы подождем весны. Вы увидите молодые ветки. Я буду говорить, эта ветка пригодна на прививку. А это такая же, но непригодна. А потом придет лето. А потом остатки искалеченные уже мной. Искалеченных деревьев зацветут, вот, и дадим им еще несколько лет, потому что пенсия – это дело хорошее, но место занимает много. Так, а вот это вот,
Второй момент. Кольцевание состоит в снятии коры до древесины узким кольцом. Естественно, что вы никогда в жизни этого делать не будете. Задача – сделать, чтобы раньше это плодоносило. Напоминаю, деревья привитые. Обычно прививка на 1-2-3-летний подвой. Нормально. Ветка на прививку берется обычно с абрикосами, всегда с цветочными почками. По крайней мере, у меня. Потому что с 3-го года она покрывает цветочными почками, какой бы она ни была, и все оставшуюся жизнь, до кончика, до самой верхушки. Все в цветах. Вот. И мы вынуждены их брать вместе с цветами, с цветочными почками, или как плодовыми, правильнее сказать. Вот. И проходит время, а брать уже нечего. Все, значит, дерево на пенсии. А это важнее всего. Но это привитое дерево с 3-го года, и все. А непривитое, оно может заплодносить на 5-й, 6-й, 7-й, а груши, яблони на 8-й, 10-й год. Это надо, это. А дальше вы хотите, чтобы раньше заплодносило. Ой, сынок, это я был сынком 60 лет, а мне звонит сынок, а мне 70, а сколько жить осталось, а как бы быстрее. А не продадите у меня 6-8-летние саженцы? Я говорю, у меня 3-летний размером с баню, как я продам вам? Вот. Тогда что? А вот я читал, или я читала о том, что надо содрать кору, вот, надо, значит, это самое, ой, бороздовать, ну, много чего там, вот. И я говорю, у вас внуки есть? Есть. Дети есть? Есть. Ради них. Не подходите к дереву с ножом, не подходите ни с чем. Даже с этим, то, что приучили делать там, омолаживать с помощью металлической щетки, всю эту дурь забудьте, просто ждите, не доживете, детям достанется. Но тогда у вас деревья будут, как у меня, им пошел 4-й год, 4-е десятилетие, так? А я их еще только омолаживать собрался. Вот. Вот это, пожалуйста, имейте в виду. Калибровка. Уж не могу. Я и написал. Вы там поаккуратнее с советами.